пытавшемуся вылечить ВИЧ мочой мужчине дали пожизненное за массовые заражения. Жителя Великобритании Дарилла Рауп Дарлл Рови приговорили к пожизненному заключению за массовое распространение ВИЧ среди половых партнеров. Об этом пишет The Daily News. По данным следствия, он заразил по меньшей мере 4 людей в период с октября 2015 по январь 2016 года. Арест был произведен в феврале 2016 года. Врачи клиники зарегистрировали сразу 2 похожих случая заражения и рассказали о своих подозрениях полиции. В ходе расследования выяснилось, что мужчина совершал это намеренно. Он искал случайных половых партнеров в приложении для гей-знакомств Grindr, представлялся чужим именем и уверял их, что чист. Рау поставили диагноз в апреле 2015 года. Он отказался от медикаментозного лечения, поскольку считает, что ежедневное употребление собственной мочи поможет ему избавиться от ВИЧ. Ранее гомосексуальная пара из США рассказала о том, что врач отказалась принять их ребенка из-за их ориентации. Девушки признались, что тогда 3-дневного ребенка даже не осматривали, но помолились за него. Больше ада и странных новостей в телеграм-канале «Лента дна». Подпишись, перейти в мою ленту. Новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.